А куда вы бежите? Домой! Окончили занятия, вы торопитесь домой, да? Да, конечно! А расскажите, почему вы здесь перебежали дорогу? А где нам еще переходить? А ты что, не знаешь, где нужно переходить дорогу? В пешеходном переходе. Правильно, вон 20 метров выше находится пешеходный переход. Специальный светофор для вас установлен. На какой сигнал нужно переходить? Вы на знаете? Зеленый. На зеленый. На зеленый, да? Да. Так а все-таки, значит, вы знаете прекрасно правила дорожного движения, получается. Знаете, что нужно переходить или на пешеходном переходе, или на сигнал светофора, разрешающий, зеленый? Да. Так, ребята, все-таки объясните мне, почему вы нарушаете правила? Ведь вы их все-таки знаете или не знаете? Знаю! Так почему вы нарушаете правила? Понимаете, каждый раз торопимся. Ну вот когда забываешь, понимаете, после уроков там хочется поскорее домой отдохнуть, сделать уроки и пойти погулять, там сходить в кино, может там сходить в бар. Успеть, мы привыкли здесь переходить. Привыкли, вот так обычно своя остановка. Давай на остановку сюда. Возле остановки сразу переходим. Тоже старая привычка. Старая? Привычка, с которой нужно бороться. Итак, погода сегодня прекрасная. Я вам предлагаю совершить поездку по улицам нашего города. Итак, вопрос, пожалуй, самый первый. Начнем с улицы. Пожалуйста, садимся в автомобиль, поехали. Нет, так, ребята, осторожно. Значит, секундочку. На первое место сядет тот из вас, кто наиболее правильно и полно ответит на поставленный вопрос. Вопрос самый простой. Вы его должны, конечно, все отлично знать. Что такое улица? Улица – это проезжая часть. И там мне надо переходить по светофору или по зигу. Это автодорога. Это дорога и прилегающие к ней тротуары. Это где люди ходят по тротуару и рядом дорога, где едет. Для чего предназначена улица? Улица предназначена для транспорта. Для транспортных средств и пешеходов. Алеша, ты правильнее всех, по-моему, ответил на вопрос. Тебе предоставляется почетное право занять переднее место. Пожалуйста, садитесь, ребята.